Хей, окей, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру под названием Тес Обливен. Да, как вы помните, мы с вами пришли сюда и закончили на том, что я не до конца прошел лагеря, не собрал до конца части. Это так? А, короче, FPS, походу, наладился. 40 FPS, они уже не 20, а не 19. Мы прибыли вот в эту еще какую-то пещеру странную. Я немножко почитал гайдов. Тут есть автолевелинг, оказывается. Я обосрался в плане того, что у меня 10 уже уровень, враги будут... Ну, хотя вот тот ящер, помните, крокодил? Крокодайл, вот тот, который на меня был. Так, а что это за синяя рамочка, мне интересно? Вот, где меч, видите, вот синенькая полосочка. Вот, вот это вот, что это? А, хер его знает. В менюшке теперь у меня... Без вертикальной синхронизации 4 с хером. FPS, да. Не знаю, как оно будет все это в игре. Попробуем хоть одну серию. Да, минута прошла, ого, я как потянул. Есть одно место, где мы можем добыть довольно хорошее оружие. Однако, есть один минус. Я забыл где-то место. Где-то вот здесь. Если я не забываю... Или где-то здесь... Короче, погнали в конюшню. Сейчас я посмотрю, если это тут, то это то-то. Если нет, то ну ладно. Есть два способа добычи предметов. Один довольно нелегальный. Скажем так. В чем заключается нелегальность... А, я на картах, я думаю, что такой медленный. В чем заключается нелегальность одного из способов? Мне почему-то кажется, такой звук должен быть, когда трава вот эта нервно, помните? Так, короче, я все-таки обосрался, наверное, это не то место. Ладненько. Портовый район тоже как вариант. Давайте посмотрим. Что я пытаюсь вообще сделать? В курс дела вас введу. Я сейчас ищу локацию, где можно, так сказать, добыть нехеровый предмет. А, теперь они стали красные. Значит, они где-то внутри. Так сказать, нехеровый предмет. О, да. Ребята, разыскиваются. У меня вылетела запись. Как вы помните, после той серии сразу пошла на час 40. А до этого, короче, разыскивается челик, серый лис. Разыскивается за воровство, присвоенное чужого имущества под подлоги, карманные кражи. Ну, короче, здесь описывается его... Все, что натворил. Описание. Носит серый капюшон, скрывающий лицо, предположительный мужчина. Коловянец. Рост между 5 и 6 фунтов. Нормального веса. Цвет волос и цвет глаз неизвестен. Если вы обладаете какой-либо информацией, обращайтесь к имперской страже. Иеренский лекс, капитан стражи. Серый лис. Короче, было задание у меня. А, вот здесь как раз, да. Тут, короче, девочка живет. Вот здесь где-то в доме. С огромным амулетом на шее. Она, короче, говорит... муж... украл. Да, под водой мы плавать можем, однако... Что мне от этого плавания, если я ничего не могу найти? Короче, скажу как есть. Походу я вообще потерялся. Я хожу не там, где вообще надо. Кто?
Кто меня видит? Вот скажите. Здравствуй. Уау! Ну, замечу, я нашел корень нервным. Корень нервный, как вы помните, находится у нас в основном на... Если что, я сразу в воду бегу. Ну нечестно. Нечестно. Так, слышу еще где-то корень нервный один. У меня будет замок этот отмечаться? Так, все, форт найден. Мне быстрее не форт, а интересно, что вот это за херня. На цепях. Короче, я потерялся. Ждите. Нахера, не знаю, вам это сказал. Все равно не найду. Короче, где-то около города должна быть либо чашка, либо какая-то херня еще изображена. И там есть место. Место. С мне необходимым местом. Оно должно находиться... Во, да, походу вот это оно. В той стороне находится. Короче, называется на буковку В. Оно как-то там. Что новенькое? Воу-воу-воу-воу-воу! Мартышка. Уп-уп. Жир тролля. Ну ладно, в принципе, наверное, у меня все еще автолевелинга такого нету. Жесткого. Короче, антивель, вот наподобие такого, что место я должен еще найти. Только он должен называться не антивель, а на В как-то. Вы черпаете энергию с источника. Уп-уп-уп. Давай, давай, ну чё ты? Клинки мои, клинки. О, уровень повысил. Короче, я так, все знаете, потихоньку пытаюсь слететь с темы объяснения, что я вообще ищу. А я ищу меч, броню, щит, специальный, вот так сказать, качество, которое на первом уровне был бы у нас 11 урона. То есть сейчас где-то у нас должен быть урон на том мече, ну, 15.
Есть еще нелегальные способы заработка этого меча, но я думаю, нахер они нам нужны, так ведь? Хотя я могу запросто их получить, вот честно. Давайте я все-таки поищу вот этот... Блин, ну где он может быть? Пойди в этой части. Так, подожди, как... Вот на той стороне, по идее. Если это вообще место, то на том. Так, я видел там волка, поэтому ну, сейчас как раз сходим, волка победим. Надеюсь, это вообще то на самом деле место. О, начинается, из-за чего у нас тогда фризить начало. Не, я могу, конечно, переждать дождь. Но видите, оно не из-за дождя. Возьмем шкуру на всякий случай. Поможем челику. Идиот. Пятьдесят четыре весит. Я возьму. Ну, кабан его, так скажу вам. Нормально задел. А давайте я сюда схожу. Не что там рели конец карты, типа, неизвестный. Походу, да, когда я просто сохранялся быстрым сохранением, оно просто зависло. Почему мне показывают, что там где-то зеленая полоса? Хотя зеленая полоса там. Но, в принципе, могу здесь около реки найти коринерно, как вариант. Вы не можете в эту сторону. Ага. Умно, умно. Бес на той стороне, куда я не могу попасть. Ну, в принципе, как я понимаю, здесь больше ничего не будет такого. О, может быть, это как раз вот оно. Что ты тогда плавала? А, это понял. Теперь я понял, что ты плавала. Болею. Нет, это тоже не то.
Короче, ждите, когда я найду это сраное место. Короче, я как раз вернулся сюда, вспомнил про этот... помните, я вам уже начал рассказывать про жену с огромным бриллиантом, который мы пытались стырить? В чем суть? Этот бриллиант у нее на шее, я не знаю откуда он, но суть не в этом. Ее муж и она занимались воровством. И мы могли бы, типа, у челика с челиком, который в тюрьме, договориться, где спрятано вообще сокровище с грабежей. Ну, знает это только он. Жене не врил, и он успел, короче, перепрятать. Чтобы найти у него информацию, нам нужно с ним, так сказать, побазарить и забрать все это дело. Ну, типа, попасть в тюрьму. Так, вам выпустила слабенько, да. Над вами сияет созвездие Банши. Вы приобрели способность ключ смотрителя и рукомастера. О. Не знаю, что я получил. Можно это увидеть? Насколько это мне вообще дано? Навсегда? Ну ладно. Короче, я все-таки был на правильном месте. Нужно вот здесь было просто туда пойти. Вот эти врата. Нам по факту туда. Да ладно, вы гоните? Какого черта? Почему у меня сраные эти чувики здесь? Все-таки вот вам автолевелинг. Не, если внутри у меня будет что-то иное, не то что у челика. Умришь ты. Ни хера себе. Стоп, это тот точно место. Виндерсель, да. Да, скажите, что у меня будут теперь такие враги. Чтобы вы понимали, у челика в игре, знаете, какие враги были? Крысы. Интересно, кто у меня тоже будут крысы? Вот такие, да? Только огненные, демонические. Нахера вообще прокачивался? Знал бы я. Что тут есть автолевелинг? Сейчас я сразу по первому врагу посмотрю. Не, крыса. Ладно. Тогда дышать можно. Вот, ребята, вот это вот уже нормально. Я их ваншочу. Нужно кристаллы будет эти позабирать. Воу! Ху-ху-ху-ху. Так, кристальчик отдаем. Блять.
Так, я забрал же. Сколько он стоит? Тогда и стоил дорого. В смысле, блядь? А ну отдай. Камешек мне. Надеюсь, что мне хватит всего того, что... О! А, ну ладно, крабовое мясо. Ну слушайте, одна такая штука стоит 50. Блять, стрелу потерял. Ладно. Главное, стрелы сейчас мне. Где стрелу я потерял? Сука, и главное, темно, нихера не видно. Не знаю, куда идти. Так, что у меня вообще по мечу там, по состоянию? Ого, как-то херово по состоянию. Понимаю. Ну что мы тогда сделаем? Молоток, где мой? Все. Мои камни. Понимаете, что так один такой стоит 50. Вот кто против 50 золотых? Я вообще не против. А, точно, у меня же сопротивление ядом, да? Я думаю, что у меня оно не коцает. А ну-ка. Где вообще мои... Так, дыхание под водой. Хождение по воде. А, вон что я не тонул. Мне нужно было просто прыгнуть, чтобы я утонул. Ха. Неплохие сапоги. Сопротивление ядом, да, 100%. Тогда вообще посрать. Так, вопрос, куда мне идти? Так, оттуда мы пришли, значит, сюда. Я бы такой, чтобы это забрать тоже. Длинные коридоры всегда к беде. Зелье лечения. Ага. Ворота. Вот, меня вот тот челик интересует. Которого вы сейчас видите вон там.
А, то есть он ко мне еще может подняться. Вот этот человек меня интересует сейчас. Умбра сейчас насытится. Так, что мне нужно сейчас поставить? А, 165. А у меня сколько? Ну да. И чё? Ладно. Поверьте, если упаду, мне хана. А я об этом и говорил. А знаете, из-за чего это такое все жесткое? Немножечко попозже об этом. Сейчас мне нужно будет так стать, чтобы я не умер. Как вы видите, в рукопашную с ней. Умбра сейчас насытится. Солюсь, как нихер делать. Это типа мини-босса, считайте. Сейчас она сюда придет. С возвращением, Умбра. Сейчас магию разрушения еще вкачаем. Да, нужно было подготовиться все-таки. Короче, это, вы поняли, это слишком долго будет, поэтому ждите. Бля, что вы понимали? Я ее убить не могу уже 20 минут. У нее хп вообще не отнимается. Мой меч куда-то туда вообще улетел один. Вот этот самурайский. Я просто кидаю в нее шайрборы, ну вы видите, сколько у нее хп. Она вообще хоть отнимается, я не знаю. Короче, у меня такой сейчас план действий. Я сохраняюсь. Сейчас я быстро бегу. На это, короче, если на картах, она меня достает мечом. Если я стою, она меня не достает, но я ее тоже достаю. Она меня нет. Сейчас быстренько бежим к себе домой. Берем те два посоха. И попытаемся ее убить. Сейчас лучше просто текаем, как я могу. Если не убегаю, я просто заново запущусь, да и все. Пау. Давай еще раз упади.
Короче, примерно вы поняли, что происходит. Я могу ее попытаться забайтить на падение, быстро сохраниться, когда она упадет первый раз, и просто делать, чтобы она падала, падала, падала. Если нет, я быстро попытаюсь выбежать на улицу и быстренько как-то... Ладно, сейчас провернем это все дело. Давайте. Поехали. Я не знаю просто, как я быстрее передвигаюсь, бегом или прыжками. То есть у нее, видите, хп тоже не очень много. О, блин, нахер я это сделал? Ну беги! Да. Ау. О, она сюда забежала все-таки. Так, сейчас она урона вообще не получила. А как мне узнать хотя бы сколько у нее хп? В смысле? Это все, что ты можешь? То есть мне ее вообще на иголке нужно приземлять? Нихера себе. Ждите, пока я это сделаю. Короче, нахер надо, я не смог ее убить. На самом деле вообще ни в какую. Сейчас охилюсь. Иду к воде. Буду ее на воде пытаться убить. Ну дай бог.
А ну подожди, а, бежит, бежит. Я не знаю, чего она такая шустрая. Я, может быть, меня в королевство пригласить туда? Ну, я ее лично убить не могу. Как ее убивать? Давайте еще раз попробуем. Ну ладно, я сам попробую здесь. Не, оказывается, к рыцарям очень далеко ее надо вести, поэтому нахер надо. Стоп, я еще ее сюда не призвал. На самом деле, я реально говорю, я не знаю, как ее убивать. Потому что это жесть какая-то. У нее хп вообще не отнимается. Я как не пытался ее убить, она не умирает. Короче, будем... не знаю. Хотите, давайте как вариант, мы, я схожу все-таки за посохом, мы попробуем ее грохнуть. Она за мной еще и сюда прибежала. Я же в вампирском месте, ты не должна была сюда вообще попасть. Рыцарь, помоги! Стой, преступное отродье! Никто не смеет нарушать закон, когда я на посту. Я конфискую все, что украдено. Плати штраф или отправляйся в тюрьму. Что? Тогда заплати. Чего происходит? Я же ничего вообще не сделал. Так, чел, иди в сраку. Надо отсюда убежать как могу быстрее. Ё-моё. Она от меня вообще, кажется, не отстанет. Как я полагаю. Чел, иди в сраку. Почему у тебя рыцарь? Где все рыцари? Ну он ко мне, да, хочет прийти? Ну давай, окей, я к тебе сам приду. Он сейчас хочет сказать, что это я их? Стой! Прис... Почему я? Почему я? Жаль, у меня была на... Хорошо. Процедура такова. Идем в замок. Он идиот. И все, да? У меня оружия вообще никакого моего нету. А, прикол. Я слушаю тебя, гражданин. Какого черта мне зарез дают? Перезапускаемся. А я то думаю, почему я ее убить не могу? Оказывается, у этой девчулечки, ребят, 50 уровень и 394 хп. Так, 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 так. И нужно не забывать, что Ундра это немножечко бронированная, значит, я ее вообще не пробиваю своим мечом. Да, очень сильным. Я уже это увидел, заметил. Сейчас я жду, пока нас свалит, либо я спущусь с пещеры, где мы вообще начинали серию. С самого начала.
и пойду за... Короче, посрать. Потому что это жесть. Хотя, блин, я потеряю все, что я нашел. Давайте я что-то придумаю, тогда продолжу. Фух, короче, я от нее сбежал. Вы не представляете? Я, короче, начал оттуда, где напали на нее рыцари. Я быстро убежал, хер знает куда, мне посрать. Я просто убежал. Потому что это жесть. Короче, что мы сейчас делаем? Я отправляюсь к тебе в замок. Отправляюсь к себе в замок, мы берем с вами лук. Ой, два посоха гоблинских. И убиваем ее, идем. Попытаемся, по крайней мере. Ну что, вот она как раз стоит, ждет. И два гоблинских этих моих я взял. Сразу сюда ставим. Под номер 3 ставим сюда. Может быть, она добра, давайте попробуем вообще поговорить с ней. Убирайся отсюда, пока можешь. Давай быстрее. Умбра, этим все сказано. То есть она хорошая NPC. А мне поебать. Домой вернись, Умбра. О! Ну хоть урон дается. Походу, парень из видео убивал на легком уровне сложности ее. За вашими убийствами наблюдает неизвестная сила. Изи. 15 урона как... А, ну... Железные стрелы, да. Бля. А мне вместимость. А ну легкость, видите, зато. Блин, а что мне делать? Что мне делать с броней? Хотя броню я могу свою выкинуть по факту. А, блин. Ну фиг знает. Мифриловая кераса. Неплохой меч. Может, нахер мне этот выкину пока что.
эбонитовые. Ну, весят они, конечно, замечательно, на самом деле. Эбонитовые. Ну, вот и все. Так мы живем, так сказать. Так мы с... О, да ладно. Обидно. Давайте, что я выкину, что мне не жалко. Торговли, нахер мне торговли. Ладно. Так, ну я, в принципе, сделал все, что хотел, да? Ждите, короче, сейчас за ней домой, все разложу и вернусь за шлемом. Ваши запятнанные пальцы свидетельствуют о склонности смешивать зелья и выяснять их секреты. Вы стали специалистом в области алхимии. Все ингредиенты, входящие в зелье, обладают четырьмя различными эффектами. Теперь вы способны автоматически определять первые три эффекта. Прикольно. Теперь да, у меня есть три. Очень неплохо. Короче, как я теперь выгляжу? Я теперь выгляжу вот так вот. Почему я не в доспехах этой Умбры? Потому что они слишком... Ну, это тяжелая броня. И она слишком увесистая. То есть, тырить вещей я не так много смогу. Меч ее будет теперь моим. И щит ее теперь будет моим. Поэтому как-то так. Сейчас я быстренько пойду вернусь обратно, где я был. Там, где мы ее убили. И заберу свою еще одну катану. И потом пойдем, наверное, добьем те лагеря. Блин, я вот даже не знаю, стоит ли мне сейчас спать, потому что я посмотрел. От моего уровня, окажется, ну, не зависит, какие будут враги. От моего уровня... Ой, точно, еще шлем нужно забрать. От моего уровня может только зависеть это... А я не знаю. Отстаньте. Я забыл. Подожди, а я с этим же, да, все ходил? Или это я все выкинул? Или я это все выкинул? Я могу апнуться, мне как-то посрать, потому что у ХП у них все равно одинаково. Что я апаюсь, что я не апаюсь. Только что враги могут просто быть в более улучшенных предметах. И все. Ланка, а что тогда мы с вами делаем? Больше тут ничего такого нету. Где-то тут моя катана должна валяться. Потому что она когда меня била, моя катана куда-то улетела. Но я ее нихера не вижу. Также, почему я все-таки решил именно в этой быть броне? Плевать, даже если она сломана, мне главные эффекты. Выносливость, сила. Легкость доспехов. Хождение по воде. Сопротивление магии. В перчатках я могу походить здесь, в принципе. Нужно будет еще шлем точно отнести. Потому что... Хотя, сопротивление магии... Нет, отнесу тоже. Поэтому, да, сейчас я быстренько домой. И мы сюда тогда вернемся. Так, короче, отправляемся туда, где мы остановились. От шахты, короче, начнем с вами. И пойдем. Ой.
Короче, пытался я поставить мод на то, чтобы... чтобы на карте поставить метки, типа... Да, да, нет, да, нет, да, нет. Я не знаю, стоит ли мне сейчас спать. Так, во-первых, куда нам идти? Вот сюда. Ингредиенты будем собирать. О, там что-то жесткое. Хотя, в принципе, одно и то же. Главное, просто на меч ремонтировать. Главное, вовремя ремонтировать меч, а там все равно. Так, еще какой-то храм. О, разрывается небо. Так, ваш инвентарь недостаточно больше камней для... Так, а зачем мне? Мне, в принципе, вообще не нужно то, что меч мне дает. Я даже не понимаю, что он мне дает. Главное, чтобы он работал постоянно. Если он сломается из-за того, что, типа, энергия закончится, это очень плохо. Пиздец, как плохо. Так, еще одна какая-то пещера. Так, волка вижу. А, прикиньте, я медведя видел. Когда серию начинал, я думал, тут только волки. Оказывается, тут медведи. В Скайриме там уже еще саблезубы, да, были? Так. Оп, здорово. Ты думаешь, я под впечатлением? А что у тебя за... Монати, че он такой жесткий? Топор электричества. Нихера. Вот это вот называется, ребята, уровень, что у меня понялся. А где еще один? Ау. Деньги. В смысле, тут еще один бандит был? Ха. Ха. Неплохо. За меня тут тоже кто-то поработал, как я посмотрю. Повезло.
В вашем инвентаре недостаточно больше камней для... А, то есть я могу душ запитывать этим мечом, да? Душ, ну камни типа. Понятно. Так, с них ничего не собирается. Блин, на самом деле я не знаю, стоит вообще повышать мне сейчас уровень. Либо, типа, с одной стороны, какая нахер разница, если я... Хотя, блин, да, вот этот, если взять... Ну, у меня защиты все равно, да? Нет уж. 11 защиты, и отсчитал у меня сколько защиты. 8. Блин, не знаю. Ну, где мои ребятишки? По идее, должны быть где-то здесь, да. А, чтобы мне сейчас западню не сделали. Жалко, что мне не дают навык повысился. Показалось. О, что-то новенькое, прикольненькое. Нам не сюда, поэтому я могу сюда попозже прийти и посмотреть. Вот меня бесит, что здесь не показывают, откуда на меня бегут. Что у тебя? Отмычка. Так, я собрал все украденные артефакты дремеров. Теперь надо отдать их Баттелию и Тайного Университета, чтобы она смогла восстановить планетарий. Я тебя не боюсь. Ну, хотя бы отмычки позабираю. О, стол. Что за топор? Просто боевой молот. Роскошные штаны. Просто серебром. Ладно, кукурузу хотя бы сворую у вас. Так, что мы делаем? Кому мне хотя бы это нужно дать? Блин, меня там же сейчас арестуют, да? А ну-ка, ладно. Сейчас попробуем. Если что, сразу оттуда валим. Чтобы за штраф не платить. 40 золотых. И да, наверное, посплю, все-таки повышу уровень. Салют. Они у тебя? Предметы, что я просила. Дай их мне, пожалуйста. Да,
Да, похоже, здесь все. Вот твоя награда. Спасибо еще раз. Где моя награда? Если что, это Далцем. А награда какая моя? Что я не заметил, что мне дали. Добро пожаловать в университет волшебства. Если ты хочешь вступить в ряды гильдии магов, обратись к главам местных отделений гильдии. Они дадут тебе дальнейшие инструкции. Окей. До свидания. Говори. Делаем таким образом. F5. Т. Ждем до утра. Заходим к ней. А заметьте, что сюда охранник не заходит. Доброе утро. Доброе. Этот замок невозможно взломать. В смысле? Как мне тогда туда попасть? Как поживаешь? Отлично. Стража! Стража! Этот Начинается. Неплохо. Но это типа заряженный или не заряженный? Подождите. Маленький. Ну и по идее их могу зарядить, если не ошибаюсь, с помощью меча. Хотя в тот же момент хер знает. Когда планетарий будет работать? Сколько бы вы ни пытались, эта дверь не откроется. Отлично. То есть я ей отдал части. Планетарий зайти я не могу. Ладно, ждем ночи. Попробуем ночью. Чем могу помочь? Дверь открой. Дверь открой. Он куда пропал? Короче, нас наебали. Если что, это Далце вообще. С этим местом. Ну как, не этим местом, а именно с планетарием. Следующая серия, тогда мы с вами продолжим. Не знаю, что делать. Как раз можем в тюрьму попасть. Нам все равно нужно в тюрьму. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.